Итак, вот я зашел CS GO. Так. И решил немножечко пострелять здесь. Ну а что ж тут еще делать? Вот. Сейчас, наверное, пройдем вперед. Посмотрим, как там у нас обстановочка. О, калаш. Африканская сетка. И, судя по звукам, там авапер сидит. На что-то мне неохота туда высовываться. Это охота, конечно, но... Ой, все. Как музыку отключить? Так, ну я, наверное, думаю, сейчас так же пройдем. Да, через коробочку. Понастреливаем врагов. Сейчас глянем. Да, наконец-то! Я попал в перчика. Наверное, нам надо... что-то делать. По-моему, нам надо идти... Что? Как ты его пропустил? Ну, молодец. Вот. Ну, сейчас надо, наверное, пройти по зиге за нашим другом. Сейчас посмотрим. Ну вот. Засадил перчик в блан. Так. И, по-моему, мы их порвали, нет? Так. Набрал тут снаряжение всякого. I'm with you. А вот. Тоже у него такая же. А, опоздал я немного. Надо бы, наверное... Может быть, стоит пойти в другую сторону, но нет, наверное... Да, наши враги поставили бомбу. К сожалению, и... Надо идти обезвреживать. И, по-моему, она на Б вроде. Да. Берем эмочку и идем в бой. Какой-то небольшой, мне кажется, дисбалансик происходит. Ну, блин, ну ослепили вовремя. О, а я захедшотил ему, смотрите. Получилось. Ну хорошо. Отлично, чё. Это просто прекрасно. Дигл я в этой CSGO не очень уважаю. Так, зато уважаю флешечки. И вот эти вот зажигательные хрени. Но это на тот случай, если они там засядут. Я про террористов. Тут. Сейчас прокид попробуем совершить. Надеюсь, нас тут никто не будет встречать. Ну-ка. Пожалуйста. Ну, немного корявенько, конечно. Ну ладно, давайте. Правда, она может задушиться от дыма. Но вроде горит. Так, а там уже наши заняли. Я думаю, надо... Во-во. Фу, ребята здесь разобрались. А то я что-то начал переживать. Со всех сторон меня, думаю, обходят. Так, что там? 3-3-5-1. Меня радует, что здесь есть две... Эти... Световые гранаты. Это очень круто. А то на некоторых серверах по одной. Так. Может быть... Вот так? Как там? Сейчас мы их немножечко разогреем. О! Походу замерз, чувак. Минус 5, видите, да? Go, go, go!
Так, берем эмочку снова. И, пожалуй, идем тем же путем. Вот это немного задница. Перезаряжаться за... Ну, все, хана. Хотя нет, не хана. Нормально, чё. Так, чё-то у него калаш. Не знаю, брать нет. Но я, конечно, не против. Да. Да, вот так вот нас как-то на рандоме слили. Непонятно немного. Ну, как-то... Что-то как-то быстро, он слишком вышел. Так, я видел. Птичка прилетела. По-моему, кто-то идет, да? Самое главное, чтобы текстуру не засадить. Ага, и мне ничего не досталось. Ни разу не попал, походу. Будем собирать подарки или это ловушка? А, может это и есть подарки? Да не, вряд ли. Это он 120 хп, наверное. Бомба на А. Бомба на А, говорят, да? Ну тогда я предлагаю дым кинуть. Опасный перчик. Пойдемте на бомба на А сильно поставим. Так, ну вот у нас тут... А это наши. Ладно. Вы чё, ребят, пошутить решили? Ой, это какой враг! Diffusing. Я успел. Ну ладно, круто чё. АВП в руках. Победа. Всем конечно. Что-нибудь надо срифмовать. Победа в ногах. Ну не важно. Это не то. Так. Банка есть. Какая-то банка. Непонятно, это же. Ворота. Ну, ладно. Никого нет там, иди. Чё, есть кто-то? У нас же сейчас Б обойдут. А я там обходить-то некому. Заходит, кажется. Уже никто не заходит. Уже выходит. Ну. ЕГС. Какой грамотно у него ВХ, я смотрю. Да? Ну, это я так получил. Банка еще. Далее, что делаем? А где все? А, вон. Во дает, чувак. Как я его не заметил. А там, походу, скорострел сидит. Чё-то мне неохота туда идти. Боюсь под пульку лишнюю попасть. Кто там бегает-то? Ну-ка, разберись там с ними. Не, чё-то не вариант перестреливаться. Hello? Гостей будем ждать? Или сами в гости напросимся? Выключить. Да давайте выключим. Фига нам нужен. Ух ты! Может на Б сгонять? Сгонять.
как что-то мне не нравится, ребятки. Так и знал. Мне показалось, тут по зиге топал. Ну. Да убери ты подсказку свою в жопу. Ты мне загораживаешь. Да! Скотину! Надо подсказки убрать. Бей. Админа, пока. А где это так наших-то раскидали? На Б, что ли? Так. Тут у нас... Хотел сказать, АФКшник. Ага, на Зиге там, походу, бомбочку охраняют. Не понял, откуда его убили? Оу, oh, е. Yeah.